О нашем театре на песке могу сказать следующее, что прежде всего представляет его Екатерина Шефер, замечательный художник. Она уже много лет занимается песочной анимацией. В прошлом году она участвовала в международном фестивале, который проходил в Китае, и заняла там второе место среди 60 претендентов. Замечательный, талантливый композитор и пианист Евгений Соколовский. Сергей Сирин, молодой режиссер, но уже успел поставить несколько спектаклей в Красноярске, в Омске, в Питере. Вот сейчас мы вместе работаем, делаем этот проект. И я, Алексей Ермаков, артист Московского драматического театра «Видогонь». Я уже 20 лет работаю в своем театре, это мой родной театр. Ну, я думаю, что это сплав художественного слова, живой музыки и песочной анимации. Это искусство, которое творится прямо здесь и сейчас, на глазах у зрителя, и в его неповторимости и заключается его красота. И еще несколько слов о нашем проекте. Помню, мы только-только выложили в интернет наш первый эпизод, и вот сразу после публикации в интернете стали получать от зрителей отзывы со словами благодарности, с предложениями инсценировать и поставить их истории, истории их родителей, ветеранов войны. И я надеюсь, что это перерастет во что-то большее. Я надеюсь, что это действительно нужно людям, потому что дело мира – это наше общее дело, это наше будущее. Спасибо. Мы помним.